Привет, привет! Как твои дела? С тобой Дава Дым. И сегодня у нас рубрика «Мое мнение». Мнение можно засунуть мне в жопу, потому что это мое мнение, но я с тобой поделюсь. Мы поговорим про вот этот вот вкус. Хотя для чего я это все делаю, если ты уже по названию и по картинке все понял. Это у нас must-have, самый сочнейший, хайповой, мощнейшей и черной коллаборации вместе с Тимати, который уже не из Black Star, но так охота об этом сказать. Я его попробовал недавно, и сегодня я уже купил баночку только ради того, чтобы тебе ее вот так показать. Давай поговорим. Смотри, эту коллаборацию очень долго ждали, ее прям хайпили как только возможно, хотя зачем возможно? Стоило просто показать Тимати с этой баночкой, как у тебя овер дохуя уже продаж. Ничего больше делать не надо до такой степени, что даже не нужно придумывать вкус. Просто мешаешь, что попало. Пинкман, заебись, все, продаем. И посрать, потому что главное продать. Компании Must Have не имею вообще никаких претензий, но могу сказать, что вкус хуйня. Такая же хуйня, как и бургер из Black Star. Вон там ты можешь это прочитать. Я его дрочил и так, и понял, что, ну, не играет вкус. Да, грейпфрут дает самый сок. Да, ягоды дают тоже прикольно, но это не то, что мы ждали. Хотя, в принципе, учитывая, что коллаборация с Тимати, но я больше чем уверен, что он ни хрена никакого участия в этом не принимал. Просто отбивал бабки, крутился в цене и торговал лицом. А наблюдал веселую картину в одном из маленьких чатов, где люди после старта продаж этого вкуса очень дико спорили, что же внутри этого вкуса. Там были разные теории, что там смешано. Там подключились гиперсомелье до такой степени, которые определяют, чей запах пизды какой шлюх на Варшавском шоссе предналежит. Я просто это читал и дико выгорал. Но я умный пацан. Если ты не знал, то ты берешь вот так вот банку Масхева, либо Дафта, потому что либо уже Денджера, и просто читаешь описание. Табак для кальяна Масхев Андеркоу с ароматом клубники, киви и грейпфрута. Не нужно, блядь, строить теории. Просто читаешь состав. Там такой просто диалог на эту тему развели. Но, собственно, понятно, да, кто этот табак курит. Соответственно, они не обратили внимания на тональность вкуса. Как этот вкус играет. Насколько он сочный. Как он прикольно раскрывается. Все бы ничего. Но если бы в линейке вкусовой палитры у Масхева не было бы Пинкмана, не было бы других миксов, которые один в один почти по тональности, как эта ракета. Грубо говоря, Пинкман, не будем пиздеть, это топ-вкус у компании Must Have. Соответственно, давай-ка мы продадим им еще один топ-вкус Пинкмана, но уже с Тиманом. Просто чуть-чуть добавим киви, так как вкус Пинкман это смесь розовых ягод и чего-то еще. Поэтому добавляем киви и заебись, все, больше нихуя не делаем. Мое мнение, вкус получился хуйня, причем полнейшая. Как я скажу, если бы не было бы Пинкмана, я бы сказал бы, что вкус охуительный, прикольный. Как играет, как грейпфрут кислит, как киви отдаленно дает нотку такой горечи, прям маленькой, и это так пиздато вместе с этими ягодами. Ну, Пинкмана все перекурили, любителя Масхева рокетом не наебешь. В целом, если ты не особый гурман, и тебе поебать, что курить, welcome. Welcome в клуб ракеты, и ты будешь счастлив. По качеству нет претензий. Кто-то любит Must-Have, кто-то не любит. Но для меня Must-Have прикольный продукт в плане его курительных свойств. Так что это было мое мнение, и я пойду его засуну себе в жопу. Это был Дава Дым. Пока-пока.